еще, блин, так и не падает осколков. Ну, это цветочки чистите там у Фреи. Здоровать, блядь, за уроки. Так, печать завоевателя, башка. Там надо... Так, и второй завоеватель получается Геншин. Ой, большого-то не доконтролили. Маленьких с большим надо разводить, если что, для справки. Можно примораживать. Можно примораживать все и гриппать. Или гриппать и примораживать маленьких. Корни, корни, корни. Примораживайте, не вайпайтесь только, блядь. Что, контроль умеет? Есть на панели там локи? Бан называется такое. Так, там уже в бане стоит. Угу. Так, ну Торима я точно запущу, блядь. Мы в обычке ли? Нет. Да вот кара вышла. Пошли пробовать. Деревья не бьем в этот раз. Бьем только трэш. Вот эти зеленые деревья, зеленые, фиолетовые, оранжевое дерево не бьем. Езжайте быстрее, здесь на маунтах можно здесь. Хули вы там бегаете? Давайте ебашим. Дракона бить. С грозы выходить можно. Там так, для справки чисто, блядь. Или чё вы, блядь, совсем гуси, нахуй? Алло, блядь, покидайте тело. Не видите свое ХП? Или как вы вообще играете в эту игру, блядь? Вот страж-плеточник. Вот. Иди, Лингрен, туда врывайся. Вот, набирай на них агро. А я этого пидора грипну. Вот так вот и все. Большого в первую очередь заливаем. Тупо рашу, пускай агро набирает. Хули вы ресаетесь, бегите, говорю вам. Алло, блядь, как слышно? Прием. Покидайте тело и бегите в инс, телепортируйтесь. Оранжерея жизни называется. Вы что, полежать пришли или что? Встали в грозе, сдохли, еще и лежат. Большого. Все, мелкого, большого заливаем. Ресайте еще. Нет. Пускай лежат, блядь. Пошли дальше, трэш. Вот этот пачку заливаем. Так, на коня садимся. Древние не трогаем. Где там босс? Было не спулить. Где она находится? Их же, блядь. Аккуратно. Так, где босс? Он прямо по курсу. А, вон она, курица ходит. Смотрите, ее нельзя спулить. Уезжаем от нее. Так, да, я на себя звезду поставлю, блядь. То еще спулим, блядь. Давай. Вон слева пойдем там. Вот этот, вот эту пачку набирай на них агро. Вот они бегут на рейд, набирай агро. А, вы забанили? Ну тогда отводи мелких от него. Давай, отводи сюда, в эту сторону, отводи. Перейдите сюда, к звезде. Хули вы стали там в мобах, блядь? Вы понимаете, что такое отвести мобов или нет? Если они не на танке. Они еще кастуют, блядь. Что, сейчас этот гусь из бана выйдет? Все, его зальем. Даже вот такого ему хуярим. Так, пачку мобов пошли. Вот эту. О, поврежденка.
Где, в цветах, что ли? Ну, там, ну, валяется. Спиздил. Так. Босс очень простой, на нем будет три механики. Стопать каст, выходить с лучей света. И еще корни будут. Корни надо будет человека либо диспелить, либо залить, либо дать фридом. Вот. Так, стража грипну. Залетай в эту пачку, я грипну стража оттуда. Стража вот этого убиваем. Все, и мелких завешиваем. Так, еще два моба вот эти. Хотя я не помню, агрятся они или нет. Значит, на боссе будет три вида трэша. Босса сначала никто не бьет, потому что он отхиливается, ему хп не снести. Давайте готовимся. Ставлю рыбу здесь. Вроде никто не падал особо. Так, Лингрен, да, ты будешь... Да, всего полрейда. Ты будешь на трэше. Где подушка там? Она кушать пошла. Понятно, Зубрежин тут? Понятно. Зубрежин тоже сказал, ему отойти минут на 5 надо, надеюсь. Я что-то не знаю, надо еще хила, наверное. Акиса, давай в хила, пока их нету. Давай, я могу спекнуться. Кто-кто? Фарла. Фарла. Ну, хэпал я не знаю. Не, лучше этот. Лучше Эршамчик пусть будет. Там и так два хэпала есть. Эршамчик надо по масухе побольше. Спекнешься, Акиса? Да-да. Короче, смотрите, на боссе три вида трэша. Большой моб, Лингрен забираешь. Танчится он только под грибами. И бить его можно только под грибами. Появляются грибы. Те, которые маленькие, под них в приоритете встаете. Потому что те, которые вырастают, они исчезнут. Если вы не находитесь под грибом, то вы получаете сало. Вы не можете ни атаковать, ни таунтить, ни хилить. Нихуя не можете. Помимо этого, выбегаем с лучей в приоритете. Стопаем каст на дрожжи земли. И корни диспелим с людей. Либо разбиваем. Вот, ну, этого гуся зергаем моба. Вот. Этот самый. Еще будет вырастать елка такая. Елку кидает босс, она вырастает. Да. Дар Ионара, да. Если она вырастет, то отхилится босс и отхилится моб, которого бьем. Потом будут выходить три моба. Мой моб будет хвостоплет, а твой моб грозовой и водяной. Ну, короче, водяной, ну, вот эти два моба элементарно. Угу. Вот эти два твои моба. Мы их ставим вместе. Я там буду своему окову кидать. ЛПшками огромно убивать. И это... И их надо убить одновременно. Если разница между убийством больше 12 секунд, то мобы фулл хп отрегенят. Маленькие мобы. У них рейндж взрыва 20 метров. Или 20, или 15. РДДшники, ваша тактика. Отходите, ауешите. Милики, ваша тактика. Пока у них фулл хп, можете пару ауешек дать, потом отходите и бьете по одному. Вот. Главное одновременно 10 мобов не хлопнуть, иначе мы просто сдохнем. Ну, те, кто рядом с ними будут стоять. Вот и все, три пачки мобов. Этих мобов будет по две пачки. В случайном порядке. Подушка жири, вон рыба стоит. Где рыба? Вон где-то там, в толпе. Затыкали, наверное. Да была вроде, там маунты стоят. Ну и похуй, это самое, этого зубрежина нету, все, поехали, начинаем бить. Ну в смысле, вы сейчас ничего не бьете. Просто стоите, смотрите и ждете. Когда выйдет трэш, я скажу, что делать. И это, стойте вокруг босса на РНЖ. Вот, с этого выходим, забирай хуйню и под грибы вставай. Под гриб. Вместе с этим мобом, под гриб. Милики тоже бить не могут, если они под грибом не будут. Маленький появился, под него встаем. РДДшники тоже. РДДшники с миликами не стоят. Вот Дар и Анара возле босса появился. Возле босса все свичнулись быстрее. Я в одного его бью. Он сейчас вырастет. Быстрее. Он тут хилится. И гуся этого древня быстрее заливайте. Под маленькие грибы перебегайте, иначе сало будет.
Чтоб столб света не шотал вас, стойте на рендже. Вот столб света выбежали. Все, сдохло. Все, босса бить не надо, ничего не кастуйте в босса. ДПС можно накручивать. Ну, можете накручивать. Луч солнца вот кастуется в одного, вокруг там на 8 метров дамажит, так что стойте на рендже. Не толпитесь, вот эту хуйню не делайте. И выбегайте со столбов быстрее. Вот мобы появились. Столб, столб, осторожно. Зеленый, зеленый, да, Ренара бейте, потом мелких добьем. Все, мобов по одному бьем. РДДшники, уходим отсюда. Хилы, уходим отсюда. Милики, тоже отходите. Отходите. Когда рейд проседает, стопайте дамаг немножко по мобам. Одновременно по два, по три не убивайте. По одному бейте. По одному мобу. Вот, потихоньку, аккуратно. Вот, под боссом уже заливайте. Это Зубраджин. Дары, Анара, где зеленая хуйня появилась? Не вижу. Где эта хуйня? Ну где ветка зеленая растет? Еще не появилось. А, вот оно. Вон оно. ДБМ пиздит. ДБМ тебе анонсит на то, что он скоро появится. Угу. Вот три пидора появилось. Вот беру хватоплета. Вот, под босса подводи эту всю парашу. Фул на пул даем и просто ауешим эту хуйню. Убить одновременно, еще раз напоминаю. Милики, осторожненько. Ложный выпад прожимайте там всю хуйню. Одновременно, еще раз напоминаю, захилимся на фул. Хватоплета все свич. Быстрее, быстрее. 12 секунд, чтоб только не прошло. Все, и эту парашу просто повторить еще раз надо. Вон Дар и Анара появился. Дергайте его. Железные корни. Корни просто убейте. Все, эта параша еще вылезет по одной пачке и все, мобы. Вон там друид пишет, можно вместо кого-то. Че, грибы будут? В случайном порядке. Нет, мобы. Так, вот топлёта забрал. Сводим. Аккуратненько, смотрите агро, не сорвите Слингерна. Дары Анара появится сейчас, смотрите, зеленая ветка. Где она, блядь? А, убили уже. Ауешим. Вон по этому, по водному больше. Вон он, Дары Анара сзади появился. Водного моба быстрее. Убивайте, сейчас мобы резнутся. Ну добейте моба быстрее. Подушка, вставай. Сразу засчитуйте ее. А, нет, у меня встать. А, ну лежит тогда. 24 тысячи по мне кастануло. Ну понятно дело. Конечно. Вот на этот каст дрожание земли стопается каст. Не забывайте. Сейчас еще две пачки мобов, большой и мелкие. Че там, блять? Со столбов выходите, хули вы не стоите. Не стойте в них, они дамажат. Вот дерево. В грибы заводим, в маленькие. Вот и Анар возле гриба. Дар бьем возле босса. Нормально. Все, большого бейте, дерево. Что за гнев? Гнев, хуй знает. Гнев. Притону фридом дайте. А, это типа уешь по рейду. Все, добивайте жирного. Разбежались. Все, и стоим на рейже, ждем мелких. Ржание земли, вот на эту хуйню стопается каст. Айма работает? Не знаю. Мелких сразу не бейте только. Дар на реке. Молодец. Дар появился, он убейте. Сейчас готовимся, мелкие будут. Даже не хильте. Не хильте даже. Сейчас на себя возьму. Я, кстати, войско дам сейчас. Давайте. Все, прожимочки отдаем. И РДД, главное, далеко от них встаньте, чтобы когда они шли, когда умирали, они это... Короче, вот зыбку дал. Захиливаем, захиливаем людей. Вот Фокс обрыгался. Все, все, фул по боссу ДПС. Дар.
Удар мины будут, да? Да, мины и все. С одного берега на другой берег перебегаем. Сейчас стоим на этом берегу. Когда упадет говно на пол, зеленое. Сейчас выпадет говно с босса такое. Ну, не скоро, наверное, еще. А дайте Геру еще, блядь. Короче, как выпадет, перебежим. Только в реке не стойте, чтобы там это... Рейндж взрыва что-то метров 12. Не успеет, что ли? Да не успеет. Там будет видно такую парашу. Не успела. А тварь. Сволочь. Для бой. Да, раз, пить, раз. Опа, да. Кузнечка. Кузнечка. Так, рулим завоеватель, опять две штуки, два первых по ролу. Кузнечка. Надо кому-то эту? Да, нет такого рецепта. Да, забирай. На глазах спиздили. Опа, опять не тому отдал. Нормально все отдали. А че мой рецепт не по ролу? А я холидрюку просто дал и все. Ну, кинь, кто выиграл по ролу, я не знаю, что вы паритесь. Я уже изучил. А, вот и как. Это же не сильно принципиально. Куда вы побежали? Вестибюль же. Значит, портал называется Искра Воображения. В самом низу портал. Ой-ой-ой. С кнопкой? С кнопкой. О май. Мимирончик. Красная кнопка. Бердрубы, конечно. Ладно, один трай дадим. Посмотрим, что люди будут делать. А это, штаны не давали? Нет, еще не ролили штаны. А я что-то, я не знаю, кому их закинул. Никому вообще, штаны уже ролили. А что, я кому-то штаны закинул? Да. Там ролили, но ты не... Ай, блядь, ебаный в рот. Поставь прилуд, я за тут остаю. Да, давай. Забирай. А нельзя релогнуться, это надо? Да нет, не надо релогаться. Сейчас. Если тебе лутера дам просто. На, забирай. Забрал? Да, как это делается? Вот одни тебе. А кто выиграл? Одни я, одни еще не знаю. Притон. Или кто там? Да, Притон. Волога там были. Ага. Притон. А где Притон? Я его не вижу. Да. Третья пати. Спускайтесь вниз, что вы там ставите? Искра воображения вниз. Так. Вадикон, кто здесь был на пожарнике? С РДДшки. Мы на сторону побежали, пешков задребили. Я был. Я даже на красной кнопке был. Так, здесь что-то огонь, да, я помню, водить надо. Да. Что-то неохота нахуй пожарника, блин. Давайте в другой раз, наверное. Смотри, с портала в другую сторону побежали, теперь оттуда бегут. Может, раз попробуем? А в следующий раз еще какую-то такую ачиву мудреную. А здесь даже если 10 человек останется, убить можно. Но... Если ни одного РДДшника не останется, то нельзя. То нельзя. Так, значит, делимся на две пати. Значит, одну водит Зуброжжин, вот, звезда. Другую водит Шектор, кружок. Значит, задача какая? Так, давай. Значит, звезда стартует. Первый огонь. Сейчас я метки уберу. Звезда слева от кнопки стартует. Вон звезду поставил. Кружок вот здесь стартует. Значит, с Шектором пойдут. Так, с Шектором пойдут. Первая, третья. Первая, третья пати. Вторая, четвертая пойдут в кружок.
Вот, и по хилам, значит, к Шектору пойдет бидон и подушка. А в кружок пойдут все остальные. Геншин, Хепалю и Акиса. Все, расставились нормально. Теперь, огонь, когда появляется, он 10 тысяч секунд удамажит. С него надо выходить, это первое. Второе. Бля, я уже сам не помню, что тут происходит. Вот этот босс, который танк стоит, миленький, там будет шоковый удар. Он 15 метров рейндж. Вот примерно как вот босс стоит, да, вот эта параша. Вот от него, вот от этой хуйни. Вот он вот где-то вот здесь, когда вы отбежали, уже не задамажит. То есть примерно вот, ну, наверняка, чтобы вот так отбегаете. Эта хуйня взрыв пройдет, и дальше подбегаете, бьете. И еще вокруг босса будут раскидываться мины. На мины нельзя наступать. Одна, если 1020 нанесет, не шотнет. Если вы две зацепите своей кривой пяткой, то вы сдохнете. По меткам повтори еще раз. Первая, третья звезда, вторая, четвертая кружок по хилам. Там в кружок все ушли. Сукины. Ебаный в рот, нахуй. Вы что? По хилам с Шектором стоит бидон и кого я называл еще? И подушка. Точно? Нет, и подушка. Бидон и подушка звезде. Геншин и Акиса и Хипалю. Уф. В кружке. Молодцы, нахуй. Какого хуя вы это делаете? Вас кто-то просил? Вас кто-то просил это делать? Вышли с огня. Рядом с огнем стоим, остальные на рейнж отсасываем. Блять, бомжи, нахуй это делаете? Вас просил кто-то, блять. Так, милики, вот смотрите, бомбы не раскинулись, сразу отойдите от бомб. Бля, сгорели. Не, я не буду бить хм, нахуй надо, пизду, ложитесь. Хочу, пизду, нахуй надо. Во-первых, вы нажимаете, вас просил кто-то, блядь, не хильте, падайте, заходите в ебаный огонь. Диван сдал. Диван, блядь. Я тоже сдал. Бля, КД не пошло. Еще один диван. Как-нибудь в другой раз, когда у вас побольше будет мозгов, блядь. Зайдите в ебаную лужу, сдохните. Что вы долго время тянете? Тактика простая. Мы просто с двух кемпов постепенно за метками разливаем лужу у них. Ну, и до где начало, где мы. Потом соединяемся и бахаем его. Собственно, к этому моменту мы должны его... Потом вода как бы заливает нас. Да, там эти пожарники сраные. Давайте, ну, все в одном сразу будет. Там. Резайте диван. Так, сейчас чуть-чуть босса сложнее, тоже, чем обычно, вот и все. Я видел, как вы сдохли в пятером с пула, нахуй. Давай, ну в луже чуть-чуть постоянно. А что за хуйня? Где гном-починщик, блять? Он что, не прогрузился? А он у меня не прогрузился что-то. А, его поменяли, блять. Пиздец. Они вон, видишь, наездник. Гном на гномину. Пиздец, раньше был огр, нахуй, нихуя. Смотри, он еще как сел на него, он прям... Ну, я говорю, наездник. Пиздец. Держится еще за голову. Ой, бать, смешно, нахуй. Сука, хохма, блядь. Так-то не смешно, ну, вы эту хуйню не фармите. Вам тут ничего не интересно. ГП тут пока что не дается, может, когда-нибудь и будем давать. Но я не буду, еще раз говорю, вот с такой хуйней будете так относиться, я не буду. Будем обычки закрывать и все. Будем осколки полгода собирать. Вот. Ну, сюда, ну, с таким сюда... темпом выпадения осколков, то больше, наверное. Ну да. Ну, забей, ну, да. Повезет, это не как-то повезло, наверное, но. А, да, может быть, админы специально сделали очень маленький шанс, что они упадут, типа на ставьте шкаф. Пусть донатят. Ставьте шкаф. Кстати, многие писали, что тут пул инста там 3, если выпадет, это вообще идеально. Да? Да. Ну а я так... говорю, они, наверное, специально очень маленький, короче, дроп поставили. Может, там как-то с последних боссов там такое более-менее будет. Ну тут с двух боссов 100% дропается. С остальных, я так понимаю, процентов 10 шансов. Принимайте сумон быстрее, чего вы фкашите вообще? Ну, а что бой идет? Не знаю. Комбаты. Я не знаю, нахуй, это баг, наверное, или что-то такое.
Да, баг какой-то, надо всем подыхать. Как подыхать, блядь? Запустить и сдохнуть. Вон, мобы справа, ну. Да как запустить-то, нахуй, там кнопка неактивна. Абахун. Мобы справа, вот, выйдите. Пиздец, блядь, я ебу, нахуй. Я могу диван дать. Короче, все умирайте. Все умирайте. Это, и телепортируйтесь куда-то, что-то делайте. Нужно, чтобы босс выводился. О, неплохо не бабахать. Не-не, не бейте их, не бейте. Они же это, мины. Бабахун. Сразу просто толпой подходите и взрывайтесь. А идем? Пиздец, блядь. Ждите там этого дрюльку. Кто-то просто остался здесь и не сдох, нахуй. Из-за тех людей, кто в инсте остался, повешался бой. А там диваны раскидали. А вон там шелест стоит. Снимайте диваны, не заходите, выйдите с инста. Все, кто в инсте. Чего вы возле шкафа там стоите? Идите сдохните. Этот, хапалю, пошли. Давай телепортируемся отсюда. Дудун, поставь портал. Пошли в портал. Портал заходим. Портал, идите сюда. Портируйтесь, Долоран. Я маску одену. Быстрее, Долоран, портируйтесь. Дудун последний. Ну кто это? Хапалю, портируйся. Он отошел. Пиздец, блядь. В портал заходи, Хапалю. Все, Дудун, заходи. Не знаю, есть там кто-то в инсте или нет. Да, да, есть. Все, там. Все, код отмены А9905, все нормально. Ну вот, блядь. Вот вы нажимаете, вот смотрите, вот вы нажимаете кнопку, у вас никто об этом не просил. Это раз. Во-вторых, сказали всем сдохнуть, вы даете диваны. Хорошо, вы не знали, блядь. В следующий раз нихуя не делайте здесь, когда вас не просят, блядь. Ставьте шкаф, сумоньте в инст. Хотя бы к порталу. Ебашьте на лане лучше диван. Давайте без воды, блядь. Короче, я сегодня хотел это объявление сделать. Надо набрать челиков, которые будут релить. Которые захотят научиться релить. Допустим, если вы даже не умеете релить, подучитесь. Начнем с десяток. Начнем с десяток. И 25-ками закончим. Нужна поддержка, чтобы люди могли подстраховать, а не так, что я один там релю, и остальные нихуя не могут сказать. Нужно, чтобы вы могли подхватить во время боя что-то, если вдруг там выключился микрофон или еще что-то, там, или, допустим, я заболел. Вот надо, чтобы вы могли что-то сказать. И сказать не просто там бейте там босса, блять, а ну поставить, кому танчить, кому хилить, чтобы вы в этом немножко начали разбираться. Начнем с десяток. Вот. Ну, адекватно на десятке у нас, ну, допустим, Эльнурио может зарелить, Биг Дэм может зарелить, и я. Если кто-то еще из вас может поэрелить десятки, ну, в плане такие инсты, допустим, простые, как ТТГ-10, какой-то, например, Зуламан на 3 сундука, потом что еще? Каругер. Если Каругер особенно кто-то знает, я ее никогда не релил, я в нее ходил как бы на фул. Вот, ну, я ее релить могу взяться, но типа если люди там ебланят, и им нужно рассказывать, какие у них скиллы на персонажах, нахуй, то у меня очко сгорает, блять, от этой хуйни. Вот поэтому еще есть такой вопрос. Челиком, Биг Дэму, Топе и этому Биг Дэм, Топа и Хистория, я хочу какие-то призы выдать. Вот я думал, что же можно выдать. Ну, какую-то сумму голды, там, какие-то камни, это понятно, там, DSIC или еще что-то. За помощь там с набором, с РТ, там, с всей вот этой хуйней, вот Биг Дэм десятки водит. Вот, и я еще думаю, такую фишку можно сделать, как, например, вот то, что вы скидываете 500 голды в неделю и косарь голды и 500, типа, сделать это им, ну, бесконечно, типа, без скидывания, чтобы накидывать. Вот, потом, что еще? Вот, вопрос состоит в том, есть ли еще какие-то люди, которые так же, как вот те трое, которых я назвал, ну, делают что-то для гильдии, там, помогают,
как-то, ну, активно участвует. Кого еще можно назвать? Есть какая-то инфа у вас? Я могу покричать, если набор нужен. То есть, ну, сообщение линкоте в Дискорде, я буду заходить там. Мне вот интересно, вы меня сумануть можете или что, или как? Я инсте, лечу я вот с ручками сам. А Локи в инсте есть вообще? Или... Да, я думал, что все тут. Я хуй знаю. Вот смотрите, тут, не тут. Я вот, блядь, пол грозовой гряды пролетел, у вас сумон пришел. Все, нажимаем. Вот, так что это... Не знаю, текстовый канал создавать или нет. Это. Отпишите, короче, куда-нибудь поставьте меня в известность. Если есть сейчас в рейде кто-то, кто хочет помочь релить. Начнем с десяток. Ну, релить... Ну, я считаю, если мы хотим стать коллективом сильным, релить должен каждый из вас уметь. Ну... Не в том плане, что прям идеально, прям пиздец весь контент. Хотя бы что-то начальное должны вы понимать, смотреть там на хп рейда, кто какой гимн должен дать, какой иннер там, блядь. Начинайте развиваться, потому что когда один человек что-то понимает, а остальные просто 1, 2, 3 нажимают и делают, что ему скажут, это, ну, такая себе хуйня, блядь. Мы так не будем развиваться. Ставлю рыбу. Бафайтесь быстрее. 10 секунд жрем, и я запускаю. А, это я бы хотела релить. Но я немножко стесняюсь в этом проблеме. О, подушка, это вообще будет нормально. Я тебе научу релить. Будешь, блядь. Это, будем призы тебе давать. Я тебе буду, блядь, призы. Только какие-то. Не учи меня материться. Да, хорошо. Короче, смотри, да. Смотри, если кто-то умирает, он сразу бич нахуй ебаный, все, то есть это первое. Она говорит, не учи материться, хуярит такой, блядь. Запустил босса. Все, просто бьем все, что движется, и все. В мины только не вставайте. Да, мины не взрывайте. Если вы еще на обычке сдохнете, подушка научим тебя, Релли. Все, подушка кандидат номер один. Бигдэм, он просто пугов вводит этот линкор. Мины. Ну, с субботы как раз и начнем. Что-то пойдем, какие-то десятки. Шоковой удар, 3 секунды. Отбегаем. Взорвал. Кто? Рарник, ну. Нет. Ну, как по мини пробежал все. Просто засчитованный был. Так, это чудо белорусской техники, короче. Это был белорусский трактор. Вот сейчас будет белорусский комбайн, который собирает руками рожь на сборе урожая. Вот сейчас смотрите, это откидывает вот эта хуйня, в нее нельзя заходить. Она вот видите, откидывает, да? Это белорусская система защиты. ПВО, да? ПВО в натуре. Ну-ка, сейчас разберется кто-нибудь, нет? Смотрите, за спиной, спина находится там, где висят две ракеты. Две ракеты иногда выпускаются и летят. Они подсвечиваются то место, куда они прилетят, красным кругом. Из этого красного круга надо выйти. Если вы не выйдете, получите 5 миллионов урона. Просто бьем эту хуйню, и все. Она крутится постоянно, случайные цели стреляет. В Гере, конечно, покрасочнее это все, блин. Ну да. А, и это, если вдруг обстрел начнется, то он будет по часовой стрелке. То есть, если вы увидите, что руки направлены на вас, двигайтесь против часовой стрелки, и обстрел пройдет мимо вас. Смотрите, обстрел за спину идем. Не успели на второй. На последней фазе, может, успеем. Там будет первый обстрел. Вот, белорусское ПВО побеждено. Или что это, блядь, комбайн для сбора пшеницы или картошки. Смотри, это специально для картошки. Видишь, в руках такие дырки, это чтобы картошка всасывалась. Вот, получается, сейчас будет белорусский вертолет, который раскидывает семена картошки по полям. Закидывает сразу в лунки. Вот он появился, смотрите, бьем его. Забагался.
добавился. Семена картошки? Ну да. Ну картошку саму, в смысле. А че он не бьется? Ну, милики, подходите, бейте, я бью нормально. Так, ровист в обучение. Отказала система, блядь, текстуры. А так. Теперь одновременно все трое. Да, а теперь украинский супер комбайн TX-001, блядь. Смотрите, сейчас он будет собираться, это чудо белорусской техники. Ну, последнее достижение, писк, последние моды, блядь. Вот. ДЗ-80 это максималка. Мины, обстрелы и ядерные. Это самое главное, что вам надо знать. Первое, милики с самого низу, с самого пола вы можете доставать до головы, это раз. Второе, все три части надо убить одновременно, это два. Если вы их не убьете одновременно, одна часть будет мертва 12 секунд, остальные живые, то они резнут фулл хп. Поэтому давайте Геру и просто фулл ДПС. Смотрите, бейте ту часть, у которой больше хп. Так, меня что-то откинуло. Господи, что происходит? Так, голова на кого-то стала. Нижнюю. Быстрее добиваем. Ну тут просто зерк идет. В этом в хэйме побольше хп. Что, осколок? Не, в хэйме так не получится. Скудные лут. Вообще скудные. Наебись, лут. Да, блядь, ни осколков, нихуя, обвалившаяся галерея. И налево, по лестнице. Так, завоеватель. Так, что там? Фарлана. Так, защитник. Да, можно, прыгай. Бидон. Бидон там на 3 спека уже собрал, наверное, блядь. Сидит, ебашит там, нахуй. Сейчас как затрансмутит себе, блядь. Потом в Долоране будет показывать там все охуеют. Нихуя, скажем. Ты что, ты был в Ульде? Он скажет, да, такой, все там, блядь, колени будут преклонять просто. Нихуя, скажет, я хочу к вам в гильдию. Слезы Алгалона, блядь. О, легенда. Комбат, ребят, второго бейте. Комбат, ну там два больших сагрина. Ждем хули, раз комбат. Забери. Я уже спать хочу, блядь. Что-то мы тут, сколько мы тут? 2 часа, да? Надо подумать, еще включить что-ли одного. За сколько вы 200 вот этих 26-х шматков закрывали по времени? Сколько вы сидели? Ну, блядь, ну часа 3 минимум. 2, бывает 2,5. На фул, да, именно? Да. Голан, 2,5, самый минимум, наверное. Галерея. Прыгай туда. Просто мы-то, видишь, пиздим дохуя. Ну да. Ну и... Ну ты объясняешь просто. А там ты видишь, когда все знаешь, сразу пуляешь и все там все разъебывается. Ну да. Челики ДПС или 10к считалось вообще пиздец, бомба, блядь. Так, я вот думаю, блядь. Хуй с ним. Торима и Фрею, наверное, запущу. Остальных похуй. Вас запущу. Если йога не получится убивать, я его не буду траить. Пойдем на Алгалона. Там, если не получится, тоже разойдемся сразу. Слева отходите. Ну, с первого раза мы йогу вряд ли убьем. Трэш, не цепляйте. Там его них убить. Его можно не убить, только если быть, ну, конкретно дауном, блядь. Если IQ меньше 20, блядь. Там же просто не стоять в зеленом луче, блядь. Просто диспелить все друг с друга, болезни, проклятия, магию и яд, и все, блять. Бить щупальца. Там 20 IQ надо, блять. Там пиздец, там, блять, негры с Африки справятся, блять. Ну, в овергире, да.
Да. Мало того, что в Овергире. Сейчас вайпнемся, вы что, негры? А в принципе, по сути, он очень требовательный к соблюдению тактики. Тактика не самая простая. Тактика хардовая, супер хардовая. Не, ну, в нашем Овергире там, блядь, 1-2 сдиспелил челика, постоял 5 секунд, 1-2, все, убитый босс, блядь. А есть эти люди, тот, кто выплавка металла здесь занимается? Горное дело у кого? Горное дело, ну. Так, значит, контроль, звезда, Дудуна в Цуиш, кружок, рарник покаяния, череп первый зергаем, страж, киньте корни какие-то, остальное похуй. Готовимся, выбили цель, Дудун и кто там, Ирарник выбрали. Готовимся гриппу и зергать, готовимся. Гриппу, ну, если зергать. Нет, значит я. Все сверху, кто стоит сверху, нахуй спустились, пожалуйста. Спуститесь, а то маг к вам протанется. Да, и пизда нахуй будет. Ну вот, например, такая, когда они люди не будут контролить. Это что, вайпы на трэше? А вон там маг сверху стоит. Спуститесь нахуй, алло, непонятно? Дайте ему сало какое-то, блядь. Ёбаный в рот. Тем последнего добиваем. Сейчас резним людей. Резайтесь. Ну, если никого нет, я пойду соберу. А лут стоит? А, нет, не стоит. Поменяй. Бля, походу не заберу. Так. Моменты брал. Этот. Звезду контролит маг. Маг, не проеби овцу. Кружок контролит. Я брал. Что там? Не, не заберешь уже. Кружок рарник. Где приверженец? Вот этого гуся зергаем в первую очередь. Смотрите, ему там сало дайте. Ну, остальное там приморозите, корни дадите. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Гриппа. Где овца? Давайте. А чё? Ну-ка, законтролите звезду, дайте ему что-то. Стан, сало, какую-то залупу, блядь. Чё за хуйня, блядь? Все, давайте звезду бьем тогда. Он пиромана. А что за уе, блядь? Бля, этого босса я вообще не помню. А тут изи босс, блядь. Вот один ледяной маг, рарник, законтролишь. И все, иди приверженец, блядь. Он приверженец, короче. Пошли. А, сбили. Ну, киньте овцу ему, сало какое-то, блядь. По кружку сало, вот жаба нормально. Пускай в жабе потусуется. И все, уешь просто. Хорошо, когда в Овергире не шотают царей, блядь. Жрите, пейте. А что, два моба не добиваются? Убиваются. Сейчас кого-то будет притягивать туда, к этому мобу. Босса, смотрите, не спульте.
Просто избили. Кстати, я забыл же, надо вот этого демона убить. На меня что ли кастовал контроль? Наверное. Что-то он проебался, походу. Как сказал мой шеф-повар, Славян, ты объебался. Так мы Фрейю фемрейдом под грибами пьем. Ты о чем? В натуре. Так, кого-то притягивает там. Дудун. Ну, Дудун красава. Кто на этом боссе за РДД играл? Кровист, притом. Будешь путеводной звездой для РДД, Ровист, короче. Это. Будет появляться метка Безликого, а она будет захиливать босса. Ее надо выносить из рейда. Так, хэм, хэм. Я в рот ебал хэм, еще объяснять, что уешать нельзя, нахуй, похуй, вообще просто босса заливаем. Это. А что, просто не без зеленые эти хуйни. Ну, так это же пиздец, же объяснить надо. Давай в другой раз. Ладно. Давай в другой раз, блядь, пиздец. Куча паладинов без АУЕ. Так, что там рейнджа, где 30 метров? Вот здесь. Короче, вот здесь где-то стоите, блядь. Метку выносите назад, назад это вот сюда. На метку что вешается, крест что ли, блядь? Назад вот сюда выносите от рейда. От лужи отбегайте влево-вправо. Похую куда. Хотите влево, хотите вправо. Главное, от лужи имеется в виду от ракеты, которая будет у вас лететь. Вот босс как стоит, так и буду его держать только лицом, наверное, к рейду, да, проще. Блять, не знаю даже. Давай лицом буду к рейду. Это, Шектор, стоишь под боссом, автоатакой бьешь. Хила, это мана здесь не вешается, напоминаю. Короче, ладно, это просто чек на пол, блять, вот и все. Мага сумануть надо. Давайте суманем. Слышишь, Слава, там оранжу разве не надо набирать миликом? Милики под боссом стоят, под жопой, в красном кружке босса. На рендже стоят вон третья, четвертая пати. Не, я имею в виду между собой, миликом. Не, зачем? Милики, вы идете со мной вот в свой дом. Ой, блядь. Давай норовистый кружок поставлю. Милики, давайте уже вот сюда подойдем, чтобы вы это... А, я понял, блядь. Поехали. Хуярим. Смотрите, ману не тратишь, ЗРД вы не бьете. Там, когда у вас вот ракета полетела. Сильно не АУЕ, не дамажки. Таунты здесь не работают. Вот когда ракета приземлилась, с нее выпала лужа. В эту лужу вы встаете, и у вас увеличивается скорость каста, и затраты маны уменьшаются, и вы тогда уже бьете. Вот опять ракета, разбежались. Кто словит ракету, тот Киркоров. Или как там? Или Петросян. Какие там еще есть медийные личности? Он сорвали. А, кстати говоря, босс не таунтится. Ну, если хотите... Я сказал же. Если хотите потанчить там притоны всякие. Мистери, вот есть у тебя раскол? Я отведу босса назад. Смотрите Woman. Ну, если не хотите Woman смотреть, то будете падать. Да, понятно, все с вами. Да, самое главное... Диван сюда кинул, да? Стопудово. Да какой диван? Ладно, блядь, а пизду. Давай кидай какую-то хуйню, диван там. Только на того, кто резать умеет, нахуй. Бомжи, блядь. Ваш же Омана не стоит, нихуя. Вы же, блядь, 1-2-3, 1-2-3, блядь. Чё-то я, блядь, дальше не хочу идти, нахуй. Тут надо... Это, в Омане танка не надо обгонять, ну убили, ну. Сейчас убьем просто, блядь, погнали. Когда
Когда он меня шотнет уже, блядь, заебал. На полный лет плохо давайте. Стойте в точке, только сдыхайте быстрее. У вас есть Omen, Притон, там, Мистери? У вас есть такая хуйня, программа Omen называется? Вот смотрите туда. Если нету, то вообще не бей. Стой там, палкой побей, я хуй знает, с жезлом, блядь, пока стой. Начни бить, когда будет 50% босса уже, блядь. Потому что босс не таунтится. У вас в луже увеличивается скорость каста и урон увеличивается. Вот, и вы срываете агро. Вот. Из-за этого, получается, падает 15 человек в рейде и неохота это играть. Ну да, и парнопул не забывайте, там вроде рога, хант есть. Ну, они сильно это... В таком гире, как сейчас, они, ну, будут сильно срывать. Так что не бейте лучше. Вон, пускай там совы побьют, там кто, у кого маленький ДПС. Маги что побьют там. Короче, не бейте, блядь. Играйте там, ну, пару пыток сыграли, смотрите в Omen. Если нет Omen, не бейте нахуй. Лесните Войда, бля, я путь по сумоню людей в шкаф, блядь. Шкаф стоит, никто не сумонит, нихуя. Покидайте тело, мы вас сумонем. Быстрее будет. Так. Кого сумонуть там, плюс рейд? Вот. А, ну рыбу, короче. Так, а это новый вар какой-то, да? Кто у нас еще тут? Ты, кстати, говоришь, ностальгия приведешь два роги, да? Откуда ты их возьмешь? У тебя есть знакомые? Там было сказано не просто два роги, а два роги на уровне 4. Так, жрём рыбу. А попадут ли они в рейд? Просто у нас хорошие роги. Ну, они постоянные роги. Они постоянно. Ну, поначалу Постоянные роги, это один из которых ливнул. И нужна на него замена. Второй рога ходит на присте. Он, может, и на роги походит, если надо будет рога. Ну, по сути, для у нас просто миликов много. Кто ливнул? Спирит. А почему я вот так не понял, что? Ну, материмся в DC, блядь. Мамка услышала пизделей, да, сказала, ты охуел, слушаешь этих мудаков, блядь. А ну быстро иди в другую гильдию, блядь, тварь. Бля. Она ему сказала, ты играй, только в другую гильдию иди, блядь. Ты все, блядь. Так и получилось. Мамка за рукой. Это кто там? Она даже тоже в курсе, наверное, вместе сидит рядом. Ты, Акиса, кстати, давайте, как что там, хилов дохуя. Акиса, ты давай в ДД. Подушку сюда. И кто еще там, блять, у вас в хилах? Фарла давай в хила. Кулит в ретрике. Вот так нормально будет. Пятая пати в хилов, остальные в ДД. Кажется, у него мамка рядом сидела, когда мы леди трали по 50 траев. Говорил, бля, какие же вы уебаны. Ну бы. Вот я в свои годы, да. Это Акиса готов, нет? Похавай. Так, сейчас. Так, милики, вот здесь звездочки стоим. Короче, даю отчет. Готовимся. Олд Харгап кидать. Он там что-то написал. У него, короче, типа, мейн остается. А этим твином он, короче, типа, покидает. Так как у него типа квест, ну, шем делает. Короче, бегайте там от ракеты. Поймите, что вот то, что вы словили темное сокрушение, это получается вы, во-первых, ачиву провалили. Это во-первых. Во-вторых, ну, мы хм с вами не убьем. Ну и в-третьих, 20 IQ надо, чтобы отбежать от этой, как он называется, темного сокрушения. Так, вот ракета летит. Кто же её... Притон. Притон, стоп. Мистер, успокойся. А я не бью. Все, не бейте, стопните вдвоем, почильте. Кстати, там метка безликого вешалась, по-моему, на Мэтфокса. Ты выбегал, нет? Шалфир, успокойся. Смотрите, вот метка безликого следующая, скоро будет. Там, по-моему, крестик вешается. Ой, блядь. Сейчас сбейте каст. Вот этот, сбейте каст.
То я потратил на не на тот каст. Смотрите, сейчас крестик повешается, надо будет с рейда ему выйти. Это метка безликого. Скоро будет. Вон, Давакин, выпрыгни, выпрыгни, выпрыгни. Эй, стопни. Выпрыгнул, да, Давакин? То я не вижу. Да. Красавчик. Вот так же делайте, как Давакин. Мах, в рей, стопни. Вадикон, стопы. И Равис тоже. Песа надо хуярить, Песа что-то не видать. Да скидьте вы в одном фрейме, блин. Че вы их разливаете, как не знаю что? Вы разлили и возвращаетесь в череп. Обижали лево право, вернулись. Мистер. Закинь салю по мистере, Сань. Да ты, ты в принципе бей, у тебя уже вообще куда-то снизилось. В принципе, если раскол есть, бей, у меня там 2600. А, да я нажал раскол вообще. На будущее Омен себе поставьте все. Этот Омен нужен будет в ОКЗС. ОКЗС Гер. А вот мне он далеко по округу. Равис тот. Пара сара не того. Тихонечку догонит. Так может обили. Ура. Идол. Два идола. Ебой. Бля, о, бы ешка, 5000 голды. Ни одного осколка, но. Кстати, да, бы ешка. Каждый сам за себя поставь, здесь можно руду выкопать. Выкопай здесь руду. Сейчас. Здесь нет слева. Вот слева же можно. Слева руда, лёг. Каждый сам за себя только надо. Так, на шару отдаю, блядь. Мистери, блядь. Не могу два, могу блядь, два. Сумки держать. Каждый сам за себя... А, вот всё, копай.